Очень хотелось. Момент истины. Ксения Столбова и Федор Климов со своей произвольной программой. Давайте посмотрим. Я вас выключаю или вы хотите в эфире остаться? Я включусь, если что. Thank you.
Счет 1-1. Ох, какая невероятная. Какая программа. Коля Морозов, спасибо. Какая сила. Выиграли, выиграли. Какая красота. Это не важно. Они выиграли. Ясно, что они выиграли. Но они на две головы были выше тех, с кем соревновались. Композиция, элементы, впервые исполнены. Изумительно. Изумительно. Браво. Браво Жавнирскому. Браво, Нина Михайловна. Честное слово. Браво. Они просто вынимают кишки все. Да. Вот я их знаю с детских лет. Красавцы. Спасибо Великовы, которые поставили их пару, научили делать очень много. Но это то, что мы видели сейчас, это грандиозно. Просто грандиозно. Настоящая работа. Классно. Сильнейшая, творческая. С очень большим риском. С очень большим риском. Красавица Ксюша. Спасибо их хореографу Але Капрановой, которая каждый день работает с ними, любит их. Профессионалка. Оттачивает с ними. Вот смотрите, как с прошлого года они прибавили, к чему они, как они техническую свою оценку повысили. Во-первых, 3-3. 3-3-2. 3-3-2. Давайте посмотрим, сколько они получили за 3-3-2. Я вот тут вот считал относительно канадцев и почти по каждому ничего, элементу, папа, который выиграли. Что нам канадцы? Все сегодня неинтересно. Просто интересно. Нет, неинтересно. За 3-3-2 они получили 10,7 балла. При базовой стоимости 9,9. Какой лучше? Канадский? Вот именно. Не, ну как-то там неинтересно. Ну, 6,6. Вот она. 154,6. Я не могу сейчас найти... не мировой ли это рекорд? Я поздравляю вот вас. Макс, Таня, не поздравляю. Помню, рекорд это или нет. В одну калитку, собственно. 229 это около... Или нет, это 154 рекорд? Мне в первую очередь интересует. 229 точно нет, потому что короткая 73. А вот за произвольную очень близко к тому, к тем цифрам, которые получали в олимпийском сезоне Волсажар Траньков. Очень близко. Я вот не помню сейчас на скидку. Блестящее совершенно. Рекорд феноменальное. Да, Волсажар Транькову. Феноменальное выступление Ксении Столбовой и Федору Климову. Ксении Столбовой и